Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем проходить игру под названием Пикунику, в которой играем за самое чудовищное чудовище на этом свете. А еще я научился менять цвет своей новой цветочной шляпы. Делается это с помощью Z, и я не знаю, на что это влияет. Просто довольно красиво. Мне нравится вот эта голубенькая цветочная шляпа, пока в ней и похожу. Но да ладно, сейчас нам предстоит зайти в клуб и вступить наконец-таки в банду. Надеюсь, это тот клуб, который я искал. И вот странно, что этим добрым маленьким лепесткам было недостаточно того, что я спас им жизни. Надо, чтобы я еще прошел какое-то испытание. Но да ладно, давайте общаться, давай, ну. Добрый день, здоровенько. Желаете войти в клуб Саншайн? Да, друг, я для этого сюда и пришел. Окей. Приступаю к анализу лука. Прошу вас не двигаться. Лук, это типа он про одежду мою говорит, но я ведь не лук. Провожу расчеты, не двигайтесь. Чё так долго-то? Я хочу в клуб. Усиленно провожу расчеты, не двигайтесь. Эй! Надо было просто этого робота спихнуть с помощью ног, и все было бы хорошо. Ваш лук недостаточно пафосен для этого клуба. Наберитесь пафоса и возвращайтесь. Сделайте себя нарядным. А че я не нарядный? По-моему, я охренительно нарядный в этой голубенькой шляпе. Окей, я знал, что все так просто не будет, по-любому придется выполнить еще какое-то задание. Придется общаться с жителями этой деревни и искать для себя подходящие шмотки, одежки. Вот только где? Ладно, будем заходить в дома и... Так, ты у нас композитор, да? Тебе я уже помог, с тобой общаться смысла нет, да? И эти листки, они как бы не особо-то и красиво выглядят, если честно, да? То есть, ну... Где? Вряд ли кто-то из них сможет мне дать что-то хорошее. Так, это, походу, магазин, да? Меня вышибало, в клуб не пустил. Хамло трамвайное. Я понимаю, почему. Вот так умирать будешь, и никто не поможет. Ладно, я захожу в дом, друг. Может быть, здесь что-то можно будет купить? Эх, нет, тут тоже купить ничего нельзя, блин! Я же в этих домах уже был, просто они немного друг на друга похожи, и я путаюсь в них. Ладненько, спустимся вниз. А, это просто мост, да? Текс, ты что скажешь? Это дерево растет в самом центре деревни. Иногда мы водим вокруг него хороводы и чешем ему лицо. Говорят, это приносит удачу. Блин, вот это круто. Почесать дерево лицо. Что? Ну, уж не знаю. Мне это приносит занозы. Чувак, это здорово. Я бы тоже почесал ему лицо, но походу здесь нужна другая шляпа. Что если я одену рисовальную шляпу? Ну-ка. И попробую что-то нажать. Я могу изменить дерево лицо? А зачем же это делать? Я не знаю, давайте... Ой, можно цвет сменить. Давайте... А, цветов тут не так уж и много. Давайте сделаем ему улыбку. Чё это дерево такое грустное? Правда, рисовать я не умею, и улыбка у нас будет вот такая. Испоганил немножко их дерево. Ох, вау! Это твоя картина? В ней... Что в ней? Он так удивлен. В ней что-то есть. Согласен, в ней есть улыбка. Это же круто. Но что это мне дало, я не знаю. Пришлось сменить свою классную цветочную шляпу на рисовальную. Ладно, опять стану цветком и пойду дальше. Дальше искать какие-нибудь ответы на свои вопросы, которые мне пока давать никто не хочет. Так, окей. Здорово, Белочка, опять убегаешь, да? Эх ты. Оба-на, денежки. А где дома? А где еще дома? И как забраться наверх? Так, я не хочу переключать цветок. Стойте. Где мой голубой цветок? Где он? Блин, слишком много цветов. Вот, отлично. Эх, друзья мои. Ничего здесь нету. Придется, походу, двигаться дальше. Оба-на, что это за красный шар? Ну-ка. А, вспомнил. Придется, походу, двигаться дальше и там уже искать эти самые одежки. Сюда я тоже зайти не могу, нужна карточка. Тут лицо. Ну, а дальше, походу, вообще домов никаких не будет. Возвращаться в первую деревню я тоже... Опаньки. Так. А чё это, Белочка, ты тут делаешь? Я за тобой столько бегал. Ну-ка, иди сюда. Ну, куда ты опять убежала? Ладно, у нас тут лежит подарок. А что за подарок? Огромный робот-трофей. И я же все равно никак не могу его использовать. Зачем мне этот трофей? Зачем огромный робот? Я только Белку лишний раз побеспокоил. Эх, хотелось бы с ней подружиться, пообщаться, но она не хочет. Она считает меня недостойным. Видимо, тоже из-за лука. Или еще из-за чего-то. Черт ее знает. Такс. Все, поднимаемся на... Да чтоб тебя, поднимайся наверх, друг мой. Давай. Так, здесь у нас вывеска. Не, походу нет смысла назад двигаться. Короче, друзья, бежим вперед. Там будет где-то магазин, я думаю. Или не будет. Или здесь, слушайте, а вот здесь есть магазин или нет? Ну-ка.
Надо туда забраться. Не дотягиваюсь. А вон магазин был. Ха-ха-ха, что это такое, блин, класс, смотрите. Он одел, короче, мою... Вау, с моим принтом делают уже рубашки. Это, блин, здорово. Так, все, я знаю, куда идти. Я нашел вход. Надо подняться наверх. Блин, это здорово. Это здорово. Уважение, прям уважение высказываю свое. Вот, в общем-то, и магазин. Здорово, дружище. А ты уже в крутых очочках. Ладно, придумаю какой-нибудь другой лук. Жесть, он надел мою майку. Тут наверняка можно будет купить майку с моим изображением. Если бы я знал, что так получится, я бы постарался больше и лучше. Так, наверняка очки и являются как раз-таки хорошим луком. О, на эти не хватает, они крутые, блин. Давай пообщаемся, может, с ним. Я не знаю, почему Саншайн так зациклились на вырубке леса, но они закидывают нас деньгами. Так что окей. Вот я и решил открыть магазин. И сижу тут такой. Весь из себя купец. Но никто ничего не покупает, все клубятся. Я тоже хочу клубиться, чувак. Давай я куплю у тебя очки, самые дешевые, и пойду клубиться. Хочешь купить клевые очки? Ну да. Да. Отлично. Темные очки. Зашибистер, зашибистер. Окей, теперь меня должны, по идее, пустить в клуб. Оказывается, все гораздо проще. Я бы мог по своей глупости двигаться дальше, да, но... Хорошо, что я вернулся назад. Так, можно очки одеть, да? Пэм, смотрите, какой я крутой, черт побери. Круче меня вообще никого нету. Это просто нечто. Такс. Зайду сюда еще, проверю, что здесь. На всякие пожарные. Здорово, братишка, смотри, какой я крутяцкий. Эй, да, чё? Мой тостер странно себя ведет. Можешь посмотреть? Да, чувак, я как раз таки и специализируюсь на решении проблем. Давай посмотрим, что с твоим тостером. Ну-ка, что-то как-то я не могу посмотреть, что с твоим... О, сработал. Что ж с ним нормально? Смотри, какой хлеб. Ну, это какой-то необычный хлеб. Даже так? Ну, вообще-то, да. О, что? Кто смеялся прервать мой сон? Да обрушится на него моя ярость. Эй, прости, хлебушек. Ох, что-то действительно пошло не так. Попади в Тостопию. Че здесь происходит? Я бы типа в клуб хотел отправиться. Ладно, давайте в Тостопию. Тостопия ждет, а ты осмелишься? Да, давайте в Тостопию. Да начнется же испытание. Кто бы мог подумать, что я просто буду искать что-то и найду это. Лишь смерть уготована тем, кто пробудит меня от сна. Ужас. А че это ты меня, типа... Я думал, здесь будет что-то веселое, а ты меня просто заставляешь убираться отсюда. Я же только пришел, зачем мне уходить? Ты что здесь делаешь? Если ситуация вышла из-под контроля, то я могу тебя эвакуировать. Только тебе придется все заново начинать, если вернешься. Спасать тебя или что? Нет, чувак, прости, я хочу все-таки побегать по Тостопии, посмотреть, что здесь есть. Удачи там. И... Ага. Ага, тут еще и погибнуть можно. Что ж, для меня это новые новости, так как мой чувак не привык к такому. Еще никогда ничего смертельного в этом мире я не встречал. А тут, оказывается, все-таки испытания имеются, да? Ну, прикольно. Ага, запрыгнуть наверх не так просто-то будет. Ой! Ой, страшно, 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 страшно. Блин, а? Вот это ппп. Ладно, я понял, хорошо, простите, тостики. Перепрыгну. О, хорошо, получилось. Понял, как это делается. Ой, почему хлеб здесь такой кровожадный, почему все меня пытается убить? Хорошо, что хоть чекпоинты близко. Все меня пытается убить. Здорово, хлебушек, я прошел твою Тостопию. Твоя сила может быть велика, но дети мои сильнее. А где твои детишки, чел? А где твои? Это жаба, ведь не твой ребенок. Ты что здесь делаешь? А, я понял, ты опять предлагаешь меня вернуть назад. Нет, я хочу продолжать. Я пришел в Тостопию, и с Тостопии я не уйду. Так, перекидывай хлеб. Хорошо. Ужас. Ужас какой-то. Ужас какой-то. Да чтоб тебя, ужасное место. Ой. Да что? Так глупо. Ладно, давай переждем здесь. Вроде переждал, и такое происходит. Ладно. Все, удрал. Хорошенько, хорошечно. Просто мега хорошечно. Сели. Двигаем дальше. Стопудово должна быть какая-то достойная награда после прохождения Тостопии. Иначе я просто не вижу смысла в нахождении здесь. Можно тут спрятаться, я думаю, да? Угу. Рановато прыгнул, типа. Или что? Меня же тут не достает. О, вот. Тостопия, блин, такие простые загадки, а я не могу
А я не могу ничего пройти. Надо было подождать, пока оно внизу окажется. Ладно. Все. Ура! 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 Ух, ну здесь будет легко пробежать. Ага, легко. Ай-ой. А как здесь пробежать? Что-то я понять не могу. А как? А как? А как же быть тут? А-а-а! Можно было прокатиться, это было бы быстрее. Ну, что-то простите. Что-то не додумался сразу. Я даже просто никогда особо и не пользовался этим умением. Ладно, здесь будет просто. Угу, точно. Ага. Давай. Уу, yes. Ну что, жабка, здорово. Нет, назад я не хочу. Мы продолжаем свое испытание. Хватит. Откликнитесь на мой зов. Выплесните свой гнев. Что за жесть? Что за жесть? Хлебушек, не обижай меня. Чему меня преследует хлебушек? Выпустите меня из Стастопии с наградой. Я могу и сейчас ее покинуть, но я хочу награду. Я здесь не зря. К тому же у меня есть очки. И очки дают крутости. Дофига. Но что-то как-то пока не сильно. Не сильно это чувствуется. Ладненько. А, хлеб меня будет постоянно типа преследовать. Ну, спасибо, хлебушек. Я от тебя все равно уйду. Ты меня, хлебушек, не догонишь. Это, видимо, последнее испытание. Раз он уже позвал своих великих детей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. То, скорее всего, это конец. Что? Что, хлеб? Хлеб, уйди. Хлеб, уйди. Подвигай, подвигай, двигай ящик. Двигай сам ящик. Офигеть, до самого начала. Вот это да, блин. Жесть, это было неприятно. Это было неприятно, значит, нужно действовать аккуратнее. Хлеб очень злой противник, блин. Кто бы мог подумать, что хлеб окажется настолько суровым. Оба. Хорошо. Ушел. Надо быстрее как-то двигаться, друзья. Чтобы скинуть по-быстрому ящик, на него запрыгнуть и... Ай-яй-яй-яй-яй. Рано-рано-рано-рано повернул. Все, меня, походу, хлеб сейчас достанет. Нет-нет-нет-нет-нет, уйди. Давай. Оба. Ой-о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 й
Давайте сразу погибну, что-то я затупил. Фух, ну что, хлеб, все, я готов. Догоняй. Сейчас я сделаю все максимально четко. И я наконец-таки перепрыгну то место, и все будет замечательно. Все будет просто великолепно. Двигайся быстрее. Прыгай. Хорошо. Вот здесь я много времени трачу. Очень долго он летит в прыжке. Очень долго. Так, но здесь хлеб меня не достает. Я реально уже гораздо лучше двигаюсь. Сейчас нужно подпрыгнуть, друзья, и срочно укатиться туда. Да. Ух, справился. Замечательно. Ого, здорово, хлеб, все. Блин, честно, кто бы мог предположить, что ты сюда доберешься? Впечатляющая настойчивость, да? Может, у тебя была всякая веская причина меня пробудить? Не знаю. Я гостей-то не особо жду. Ни чая нет, ни музыки, вообще ничего. Значит, мы тут теперь вдвоем. Навсегда. Вместе. Ты присаживайся, чего стоять-то? А куда присаживаться? В тостер, что ли? Или так? Я присел. Чувак, я сижу. Ну, давай. Ладно, попробуем. А, надо, наверное, его отключить, да? Хе-хей! Нет! Как же так? Ужас, ужас. Что происходит? Все, тостер починен, подчинен и подчинен. Ага. Но без тостов, как с тостами. А где награда? Это просто было типа маленькое приключение? Ага, но без тостов, как с тостами. Ну, спасибо, спасибо, что потратил мое время, черт побери. Я тут должен был в клуб уже отправляться. Ладно, я отправляюсь в клуб. Не зря я все равно к тебе зашел, это было забавненько, миленько. Хлебушек познал мою мощь. Я познал мощь хлебушка. Мой хлеб тоже оказался реально мощным. Тут, как бы, сопротивляться смысла нет. И отрицать что-то тоже. Хлеб жесткий. Такс, поехали. О, награда. Слушайте, это, наверное, мне. Ну-ка. Демонический тост. Круто, ладно. Все, мы в клубе. Надеюсь, мой лук реально подойдет. Давай, чувак. Добрый день. Желаете войти в клуб Sunshine? Ну, разумеется, я уже в очках. Приступаю к анализу лука. Прошу вас не двигаться. Мой лук самый топовый на этой планете. В этом лесу. Провожу расчеты, не двигайтесь.
Ну, долго ты проводишь расчеты. Усиленно провожу расчеты, не двигайтесь. Там, наверное, нереально крутой клуб. Решение принято. Лук признан удовлетворительным по нижней планке. Проходите. Нет, серьезно, солнышко, этому тренду уже 100 лет в обед. Но так и быть за старание. Пожалуйста, заходите. Спасибо, роботик! Роботик, наконец-то ты меня впустил! Yes. Я буду в банде, друзья. Чё-то клуб маловатенький какой-то. Тут всего лишь 4 листка. Эй, сюда. Это клуб Sunshine. Его построил Sunshine, чтобы нам тут жилось веселее. Пока они вырубают наши леса. А народ пляшет, и ему решительно пофиг. Мы вроде на одной волне. Но в таких вопросах нельзя быть слишком уверенным. Мы даже не знаем, откуда ты. Вдруг ты шпионишь? Или еще что похуже? Симулякр, созданный коллективным бессознательным. Суть в том, что нам нужно доказательство лояльности. Видишь вон того робота? Ну да, да, тут робот-диджей. Он называет себя королем диска, никто не осмеливается вызвать его на танцевальный поединок. Если ты правда из-за нас, то легко его перетанцуешь. О да, размажь его по танцполу, мы наблюдаем. Ну давай, давай, попробуем, чувак, с кем тут, давай. Не знаю, получится мне или не получится, узрите меня, я король танцпола. Ты осмелишься бросить мне вызов? Да. Приготовься к унижению. Начали. Окей, надо понять, как будет работать эта мини-игра. Мне кажется, это будет сложно. Перетанцуй робота, опять жабка. Что делать, что нажимать? А, я понял. Ну давайте потанцуем. Я что-то с ритм-геймами, друзья, не очень. Но я буду стараться, друзья. Ради нашего монстра. Ой-ой. Это чисто японская фишка, ритм-геймы. А игра-то японская, блин, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком близко располагаются клавиши, я не успеваю нажимать. Но вроде бы все равно я робота перетанцовываю. Да-да-да, получается! Ууу! Сколько нужно танцевать? Я не хочу больше танцевать. Выпустите меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это конец, я надеюсь. Я победил, да, 100% я круче. Да, конечно, круче. Давай. 63%, у меня должно быть больше. Да! Я король танцпола теперь. Изумительно. Изумительно, точнее. Хе, робот, страдай. А говорил, унизишь. Это я тебя унизил, брат. Зашибись. А что тут еще в клубе есть? Давайте посмотрим. Так, можно еще с роботом пообщаться. Наверняка что-то прикольное скажет. Черт, как плавно ты двигаешься. Ну, конечно. Блин, тут много людей. Я думал, клуб меньше. Можно бутылками кидаться. Так, ты что? Это моя песня. Круто. Ты кто? Должен танцевать. Оп. А с диджеем можно говорить? Нет. С тобой, может, можно. Ну вот, теперь понятно, что тягаться с роботами ты не боишься. Держи, пригодится, когда придет время. Ключ-карта, точно, теперь я знаю, куда отправиться с этим ключом-картой. Пока все замечательно, друзья. Ну и на этом, я думаю, можно будет остановиться. Продолжим мы с вами уже завтра. Сегодня мы сделали немало, победили робота, сразились с демоническим тостом. Ну и продолжение. Если вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну а продолжение будет завтра. Большое спасибо за внимание, за просмотр, всем удачи, вы крутые, будьте здоровы, счастливо.